И ночью снова я шепчу ребенку: «Нет, ты не предатель, такова, видать, судьба». Но не смирились мы с такой вот судьбою и отстояли возвращение домой. И снова падали деды и дети на колени, целуя землю и шепча: «Мой Крым родной!» И мы на родине, и дом построен крепкий, но часто и во сне, и наяву я ощущаю этот запах терпкий в вагоне том, что мчал меня ко дну. Ограничений в правовом положении крымских татар, балкарцев, турок, граждан СССР, курдов, химширов и членов их семей, выселенных в период Великой Отечественной войны. Минуты молчания. Так, а сейчас я... А сейчас я хочу предоставить слово своему первому заместителю. Итак, слово...